Hare поснимаем чисто так, там Рита, Вожевать, Боря, что делают так потихонечку, чтобы они незаметно так из-под мышки. Снимаю, а то они здесь смущаются. Мы сделали коктейль, взяли холодную воду, лед, туда залили маховоду. Немножко подмешали буратино для вкуса. И получается такой наш фирменный коктейль. Тут тулоси, что тут только нет, короче. Гоша. Гоша все больше очеловечивается. Молодец, пойдем. Гоша умный. Мы наполовину в основном пасет. Он просто знает два слова. Щит-фу. Щит-фу, да. Когда щит, он понятно, он все сгоняет. И ко мне. Фу, да. Ой, там. Все. Называется движение просада йогов. Куда нас во всемирную отправляют? Чтобы общение найти с Кришной, чтобы общаться каким-то образом с коровой. Ну, чтобы как-то помогал кто-то лекарство купить, кто-то комбикорм купить. Ну, что-то какое-то подношение какое-то коровам делал. И тогда его сердце сильнее будет очищаться, когда он будет каким-то образом служить корове. Если даже человек не может, например, на ферму прийти, там, что-то делать для нее, ну, может, что-то, вот как не телила, она взяла и купила 5 мешков комбикорма. Ну, что-то там, ведра купила, вот так вот, как это вот, какое-то внимание. Кришна говорит, у меня на первом очереди это корова, потом все браманы и все остальные живущие. Ладно, только начинаем. Типа, они половину, будет половину типа съедают сами. Корова. Спасибо.
и буддистов был, и там хочет теперь в Индию попасть. Ну, там остановился, пока у него жизнь не готова. И нам помогает, хорошо помогает. Чистит, дает коров, убирается. Такой хороший мальчик. Ему 22 года. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Да, вообще, мы думали, без него стоит нормально. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Govinda Govinda Te Gopala Nanda Lal.